Коли у Дніпрі відбувається гучна подія для дизайнерської та архітектурної спільноти «Метроном», ми завжди впевнені у тому, що вона пройде з шиком. А цього разу особливо. Адже івент разом з журналом «Дом і інтер'єр» влаштувала компанія «Freedom». Спікери – призери конкурсу української урбаністики цього року. Архітектори і дизайнери з різних куточків України презентували свої роботи і ділилися досвідом. Сегодня в салоне Freedom города Днепропетровска проходит подведение итогов конкурса архитекторов «Метроном». Мы рады приветствовать своих гостей города в нашем салоне и пожелать им новых творческих успехов, новых достижений. А салон Freedom и его сотрудники с удовольствием помогут в достижении этих целей. В рамках проекта «Метроном» мы пригласили архитекторов и дизайнеров Днепропетровска для того, чтобы ознакомить их с нашими спикерами из Днепропетровска, Львова и Киева. Надеюсь, вечер будет продуктивный и интересный. Мы хотим, чтобы и в Днепре чуточку эмоций, эффекта, хорошего настроения, чтобы люди получили удовольствие и, конечно же, немножко расслабились. Поєднувати приємний відпочинок з отриманням корисних знань – головна особливість щорічного метроному. Тим більш, що розкішні локації дніпровського салону «Freedom» додали особливого шарму івенту. Ми якби пожинаємо плоди наших побед вже кілька місяців. Ми їздимо по всій необ'єднаній Україні і даємо інтерв'ю. І ще раз, кожен раз робимо доклад по… Рассказываем о выигрышном проекте, вернее, о проекте, который занял первое место. Сегодня мы рассказываем о пару проектах, которые заняли призовые места на Ukrainian Urban Awards в этом году. Два из них в Италии. Это военный музей Капо д'Орсо на Сардинии, центр для беженцев на озере Кома. И также проект в городе Киеве – это реконструкция завода Рихерта на Подоле. Особисто я говорив про два реализованных проекта AVR Development. Це будинок «Ставка» на Єфремова, обидва у Львові, Єфремова 26 і офісна споруда «Технопарк». Про те, як ми їх пробували на початках робити, як це все вже, дякувати Богу, реалізувалося, якийсь такий загальний подій. Ділився досвідом. Останні кілька метроном такі мероприятия происходило в красивому шоуруму «Freedom». Спасибо ребятам, дуже класний шоурум, дуже класне мероприятие. Більшість із запрошених архітекторів і дизайнерів вже співпрацювали з «Фрідомом» і мають власні думки стосовно цього салону. З «Фрідомом» співпрацювали і раніше, і зараз співпрацюємо. І буквально на наступній тиждень теж беремо деякі речі на примірку на об'єкті, тому що є така чудова функція. Коли вже громоздку мебель завезли, але аксесуари непонятно, підходять чи не підходять, тут раз приїхали, примірили, заказчики – вау! И все закомплектовали. Локация Freedom, она особо примечательна, потому что с Freedom сотрудничаем. Прекрасный салон, прекрасная экспозиция, ну и профессионализм на высоте, как всегда. Организаторы, им большое спасибо за то, что в очередной раз нас всех собирают. Это всегда торжественно для меня повод увидеться с друзьями, с коллегами. Freedom – это кусочек Италии в городе Днепр. Все качественное, все настоящее, все очень с иголочки. Навіть краще з кращих оцінили користь метроному для власної дизайнерської та архітектурної практики. І своїми думками і враженнями поділилися з нами. Сьогоднішнє мероприятие «Метроном» дуже уважаємо серед моїх колег, тому що це завжди, ну, образування. Послушать коллег, посмотреть объекты, которые стали успешными. Почему они стали успешными? Сделать какой-то анализ для себя тоже, но это и полезно, и приятно. Все мы знаем нашего главного героя всей Украины, Олега Украину, его талантливую супругу Лилю. И мы прекрасно представляем, что их работы, они не зря побеждают. Они действительно очень хорошие, классные. И мы гордимся, что у нас в городе есть такие люди. «Метроном» является продолжением арт-кафе, который создавал «Дом и интерьер». Там тоже было много всяких
очень любопытных выступлений. Я помню, в Одессе было интересно. А сегодня мероприятие тоже очень такое вот информативное. Особенно мне интересны молодые ребята. Очень хорошо, что в Днепропетровске есть правильный информационный партнер, который может правильно подать эту информацию, которая достойна того. Вот. И таким партнером является жизненное пространство, которая все правильно передаст нашим телезрителям. Замечательно, что метроном проходит именно во Фридоме, потому что это салон, который показывает самые последние новинки, которые интересны нашим заказчикам. Мы очень часто комплектуемся в этом салоне. Здесь можно много увидеть в наличии, посмотреть качество фабрик итальянских. В общем, здорово. Сегодня это очень хорошее мероприятие. Такими івентами волею-неволею надихаєшся. Адже атмосфера, яка вирувала у салоні Freedom під час метроному, змушує повертатися сюди знову і знову. Що ж, свято вдалося!